Вопросы обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны обсудили на совещании президента. Глава государства актуализировал задачи по поиску новых поставщиков нефти и по выстраиванию логистики доставки сырья. Александр Лукашенко констатировал, что сейчас Беларусь ежемесячно недополучает около миллиона тонн сырья. Именно на нефтяное сырье завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических и иных предприятий. Поэтому одной из главных задач для правительства – остается диверсификация источников экономического роста. Аграрии Могилевской области в качестве эксперимента начали посевную раньше запланированных сроков. Символический старт дан прямо в поле в Кировском районе обрядом по народной традиции. Полевые работы стартовали в 4 районах региона. Основанием для эксперимента послужила необычно теплая погода и достаточное количество влаги в почве. В каждом районе под яровые культуры планируется задействовать до 15-20 гектаров. Результаты кампании можно будет увидеть уже через месяц. Основные полевые работы в Могилевской области начнутся не раньше 10 марта. Под яровой сев будет задействовано почти 400 тысяч гектаров. Погода внесла свои коррективы в расписание Кубка IBU по биатлону в Раубичах. Оргкомитетом было принято решение об изменении программы соревнований. Завтра спринтерские гонки стартуют раньше, чем планировалось, а четверг не станет выходным днем для спортсменов. Соревнования продолжатся. Вероятно, и субботние масс-старты перенесут на пятницу.